Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло почти на 11 миллиардов долларов за неделю после ухода с поста генерального директора компании. На данный момент его состояние оценивается в 212,4 миллиарда долларов. Эта сумма побила предыдущий рекорд Безоса. Причина в росте котировок Amazon, где он сохранил долю акций. За эту неделю они подорожали на почти 6%. Эксперты отмечают, что на рост бумаг Amazon повлиял не уход Безоса, а заявление Пентагона о том, что он аннулирует контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных.